примерно 5,5 лет назад на одном из первых концертов, когда он появился на питерском небосклоне, как звездочка такая зажглась. Ну и за эти годы мы довольно много были вместе на сцене. Надо замутировать, дать мне шнурок. И потом... Вот. Ну, конечно, это действительно для всех, для нас огромная потеря, но, вообще говоря, мне кажется, у меня такое ощущение, что он жив. Просто, ну, он будет жить среди нас, в его песнях, в его стихах, пока мы думаем о нем. Как-то так. Там ночь на полях лежит до рассвета, из звездного света. Там ягоды спелой шелковицы устланный двор у самой околицы. Там все четыре стороны света не знают ответа. Но где же ты? Где ты? На все четыре стороны лета я убегал от войны. На все четыре стороны лета там ночь прожигают огнями, чужими дымами, огнями нездешними. Там на рубахе пятно закипает цвета черешни. Там грохнул снаряд то, что с детства знакомо, воронка от дома, и прости меня грешного. Там слезы мои на окраине лета, мне не уйти от войны. Там слезы мои на окраине лета, чужими домами, чужими путями, полями, лесами, местами нездешними. Колонкасами и поездами придут городами, чужими нездешними. Там все четыре стороны не знают ответа, но где же ты, где ты? На все четыре стороны лета я убегал от войны. На все четыре стороны лета рассвета и звездного света. Там ягоды спелой шелковицы, устланный двор у самой околицы. Там
четыре стороны света не знают ответа. Но где же ты, где ты? На все четыре стороны лета дарю пропавшие сны. Вот эта песня родилась как раз, наверное, вскоре после знакомства с Сережей Тарановым, как посвящение ему. Еще я в этом выступлении хотел бы спеть все-таки песню более... Ну как, надо продолжать жизнь, да? Потому что... Поэтому... Немножко приободримся. Я буду стрелять, я стрельну сигарету и буду стоять на мерзнущем Невском ночью опять и опять. Дай мне пять, увидимся снова, пути наши встретятся снова, но дай мне. Тех меток, заплаток и не сосчитать. Я учусь прощать. Увидимся снова. Увидимся снова, когда я смогу в зале. Я целю колок музыкой в мозг, душой в потолок. Каждый, кто движется в ритме, он не одинок. Это не рок. Увидимся снова. Снова звучит. Звучит этот блюз, снова звучит этот блюз. А теперь еще одну песню я спою. А? Хочу спеть еще одну песню, которую я написал буквально за день до вот этих трагических событий с Сережей. Я хочу рассказать, что на самом деле самый первый концерт Сергея Таранова в Африке мы делали так. Сергей пришел к нам на Рождество, на рождественский вечер, просто послушал, и мы попросили его спеть. И после того, как он спел, мы забили следующий концерт, где был Андрей Галкин. В трейл мы были. Да. Вот, ну, как я уже говорил, что жизнь продолжается, и
Я бы с удовольствием Сережке на день рождения подарил бы вот эту песню. Песня о любви, такая теплая, хорошая. Кто сидит за принцессой? Это Юлька одна. Такая, понимаешь, королева леса или страны луна. А где ты здесь? Мне здесь нет. Вот, нарисую зарю. Потом раскрашу картинку эту и Юльке ее подарю. Спасибо, дорогие друзья.